Stai ferma! Stai ferma! Dai, Pietro! Fammi vedere, sono brutta! Hai un profilo perfetto! Viene molto! Хорошо! Si dice хорошо! Повтори, хорошо! Хорошо! Не ка, а ха! Хорошо! Ха! È una tortura! Non esiste questo suono in italiano. Ha. Ha. Ha-ra-sho. Ridammelo! Non è giusto! Non ho ancora finito! Me lo regali? No. Perché? È uno schizzo. Mi serve per fare il ritratto. Il ritratto? Алло, милиция? Pronto, partirà per l'Italia? No, non posso. In Italia la polizia mi prenderebbe e sbatterebbe in carcere. Perché sei comunista? Allora resterai qua. Pietro, io a imparare il russo. E nessuna polizia al mondo potrà toccare un cittadino sovietico. Lida, sei un idealista. Chi mi potrebbe permettere di rimanere in Unione Sovietica? Ci sposeremo. Вот увидишь. Пирожки, пирожки с мясом, с капустой, с рисом печеные, беляши жареные. Подходи. Che voglio, беляшек. Cos'è? Беляши. Панцеротти. Vado a comprarli. Ferma. A questo ci penso io, signorina. Sei un ospite. Жди меня здесь. Спасибо. На здоровье. Два беляша, пожалуйста. Рук 10. Так, вот 2 рубля. О, а гривенника-то нету. Каждая копейка рубль бережет? Это точно. Пирожочки-то как у вас? Горяченькие? С пылу с жару, как говорится. А то я на днях тут на углу Гоголя и Майорова брал, сказали горячие. Да не спешите. А им и снежки играть можно. Стой! Ну смотри-ка, пьяного поймали. Что? Алкаша взяли вот из вилку, а? Лида! Да не, вроде приличный. Ага, приличный. На ногах не стоит. Давай, давай. Девушка, а беляши-то? Состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с главой Римско-католической церкви Иоанном Павлом II. Это событие стало переломным моментом в дипломатических контактах между нашей страной и Ватиканом. В ходе беседы были затронуты вопросы гуманизации человеческого общества. Иоанн Павел II высоко оценил перемены, происходящие в нас. Спасибо, Коль. Нет, тетя Тонь, я подмагну.
Ну, подмогни. Заходи, Коль. Буся, тихо. Я же сказал, я сам в магаз схожу. Тебе заниматься надо. А Николай вот меня до самого дома довез. Здрасте. Здрасте. Случайно встретились в Дождеве. Держи. Ага. Вот так. Пути-пути. Ну-ка, что это у тебя? Чего? Рисовал. Утром еще. Тетя, не надо, ну что вы. Давай, Сеня, Коля. Я ж просто так, ну. Бери, бери, не придумывай. Спасибо. Вы, кстати, телефончик-то запишите, а то мы с вами только по инету общаемся, а он здесь тупит периодически. Давай. Да. Если нужно будет транспорт, то я организую и недорого возьму. Ну, если только недорого. Ага, в любое время звоните. Я ж на скорой работаю. График лайтовый, смена через трое. Коля. Как вам, кстати, домик? Нравится? Да хороший дом, Коль. Но... Спасибо тебе. О, графиня. Опять на посту. А почему графиня? А что ты ее знает? Ее все так зовут. Сокровища свои стережет. Прям сокровища. Фильм такой был. Там графиня сокровища свои стерегла. Название забыла. Бронзовая птица? Да, точно. А-а-а. Ну, я побежал? Давай, давай. Звоните, спасибо. Если что. Угу. Спасибо, Коль. Пожалуйста. Папа велел, чтобы я за тобой смотрел. Ты «Войну и мир» прочитал? Смотрильщик. Ты чё, там же 4 тома. Угу. Родион, у тебя скоро экзамен по истории литературы. Тоня, она скучная, я ее еще в школе осилить не мог. А ты вкусного купила? Купила. Чего? Свеклу вареную с медом. Правда, что ли? Угу. Да ладно. Халва, вафли и 2 шоколадки. О, 1 с орехами, класс. Так, ну-ка давай сюда. Пока «Войну и мир» не прочитаешь, не получишь. Тогда мы с Буськой от голода помрем. А вот это уж маловероятно. Набивать брюхо сладким вредно. Марш наверх и занимайся. Буська, пошли в тюрьму. Нас опять сослали. Моншер, сказал князю Андрей Несвицкий, левью эс дю миху мир дашьян. Тонь, почему тут так много по-французски? У Толстого что, денег на переводчика не было? Ты сам попробуй разобраться. Это чего? Это кино. «Война и мир». Все мысли, которые имеют огромные последствия... Может, ты лучше альбом отдашь? Я чуть-чуть порисую. Ничего я тебе не отдам. Хотя бы 1 серию посмотри. Вся моя мысль в том, не хочу. Значит, придется захотеть. И пока не посмотришь, из комнаты ни ногой, и постель заправь. Надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Как там у Толстого? Воспитание стирает индивидуальность, ради которой живет человек. Здравствуйте, голубушка. Господи, боже мой. У вас не найдется... лаврового листа. А можно узнать, кем вы приходитесь прежнему владельцу этого дома? Анатолию Васильевичу Бурову. Кому, простите? Здесь ранее отставной полковник жил. Солидный мужчина. А никем. Я же этот дом сняла через Николая. Через Николая? Ага. Оборотистый молодой человек. Анатолий Васильевич его дедушка, если не ошибаюсь. Ой, я не знаю, я не спрашивала. А вы чем занимаетесь, сударыня, позвольте спросить? Я?
Я сценаристка. Угу. Я сценарий пишу. Для кино, для телесериалов. Я не смотрю телевизор. Бывает. Вот же он. Забирайте весь. Спасибо. Вы знаете, надумала борщ варить, а лавровый лист закончился. Бывает. Бывает. Простите, а можно я вам вопрос задам? Дурацкий. Почему вас все называют графиней? Потому что так оно и есть. Република Итальяна. Италия. Ага. Я немецкий на фронте учил. Так, Миони. Миони, Пьетро Миони. Пьетро. По-нашему, Петя. Ага. Понимаете, произошла ошибка. Он ни в чем не виноват. Он гость. Он на фестиваль приехал. На фестиваль? На фестиваль уже 100 лет как закончился. Загостился ваш Петя. В Ленинграде-то ему что понадобилось? Хотел посмотреть колыбель революции. Крейсер «Аврору». «Аврору» — это хорошо. А я переводчик. Работаю в издательстве детской литературы. Для детишек пишете? Перевожу. А летом меня на фестиваль отправили. Весело, похоже, было на фестивале. Понимаете, Петя, он очень хороший. Он, правда, ни в чем не виноват, и вообще он здесь хочет остаться. Мало ли, что он хочет. Может, он шпион? Как вам не стыдно? Он итальянский коммунист. Жди. Слушаюсь. Девушка, поймите. Существуют правила пребывания иностранных граждан на территории СССР. Во-первых, у него еще августом виза просрочена. А во... Товарищ, вам чего? Сержант, приведи-ка сюда задержанного. Не понял. Понял. Я тебя предупреждал. Ты должна быть бдительна. С друзьями в нашу страну могут проникнуть и враги. Он не враг. Да, твоему счастью, не враг. Иначе бы с тобой в другом месте говорили. Давай, давай. Не стесняйся, Петро. Qual è il suo vero nome? Pietro Mioni. Pietro, sì. Ma non Mioni. Il suo cognome è Santoro. Pietro Santoro. Возражений нет, и это хорошо. Signor Santoro, in presenza di questa ragazza, puoi confermare di essere comunista e rifugiato politico? In Italia? Lei è ricercato per contraffazione e smercio di oggetti d'arte. È così? Sì. Lidia Ivanna, in nome del supremo organo di sicurezza dello Stato, vorrei ringraziarla per la sua collaborazione nella cattura di un criminale internazionale. Зачем ты так? Да ради тебя, дурочка. Ради себя, папа. Лида, остановись. Стой, ты кому говорю. Да, и ради себя, и ради твоей матери. Если узнают, что моя дочь нюхалась с иностранцем, меня в порошок сотрут. А ей графское происхождение на всю катушку припомнят. Сейчас другие времена. Да времена другие, а люди те же. Я его люблю, папа. Это чушь, Лида. Это собачья чушь, ты себе придумал. Одумайся, девочка, любовь приходит и уходит, ну а жизнь-то у тебя, жизнь-то одна. Не ломай ты ее своими девичьими глупостями. Давай садись. Садись в машину, поедем.
Лида, и выкинь ты этого своего итальянца из головы. Первый раз вижу графиню, которая сама себе варит борщ. Мы с тобой недолго. Полчасика всего. Тоня и не заметит. Родион, ты дома? Буся, Буся. Родион! Здрасте. У вас нет лома? Чего, простите? Лома. Ну, или гвоздодера. Мальчик, ты чей? Я? А что, тут есть другие мальчики? Нет, здесь нету. Ну, тогда... Чей ты? Я Германов. Подойдет? Да. Сейчас верну. Ага. А простите, пожалуйста, а вы вообще кто? А, Саша Шумакова, соседка ваша. А. Спасибо. Ключи забыла, а въехать надо. Ага. Ну, ясное дело. Агрессивный метод попадания в дом. Господи. Надо будет взять на вооружение. Сашка! Я без вас одичаю совсем. Ну, ли от язвы помру. На кинокорме-то. Мы тебя спасем. На это только и надеюсь. Ты надолго? Все, уже надоел? Дурак. К сожалению, нет. Только туда-обратно. Завтра первый съемочный. Непременно надо быть. А, ну конечно. Бешеные собаки, 7 верст не крюк. Заодно и Родиона заберу. У него же в среду учеба начинается. Ой, я что-то совсем счет днем потеряла. А вот это тема отдельного разговора. Как он? Да как? Сбежал опять. С планшетом и карандашами. Трудно с ним. Ой, Саш, я не умею воспитывать детей. Не говори ерунды. Ее Лидия Ивановна зовут. Она спросила, ты художник? Я сказал, что да. Она сказала, у нее был знакомый художник, итальянец. Еще она про Буську спросила, что за порода. Я сказал, что пражский крысарик. Пап, а мы сегодня поедем? Ну хватит, Саш. Да нет, завтра. Мне на площадку к 10, так что с утра пораньше. Ты собаку кормил сегодня? Ты чего, конечно. Ты же знаешь, я ее всегда в 6 кормлю. Знаю. Еще она спросила, чей я. Я сказал, что Германов. Кажется, странный какой-то вопрос. Чей ты? Ты что, собака? Ну, она так спросила. Мальчик, ты чей? Я ей обещал показать, как я ее нарисую. Не поняла. Это когда это ты ее собрался рисовать? Я уже нарисовал. Сейчас.
Скажи, он кроме рисования, наверное, ничем не занимается, да? Ничем, Саша, вообще. Если так дальше пойдет, его выгонят из Суриковского за неуспеваемость по непрофильным предметам. Не боись, не выгонят. Лидия Ивановна сказала, что у меня талант. Ну ты только особо не сдавайся, талант. Благородное лицо, да? Угу. Она заходила к нам сегодня. Лавровый лист для борща брала. Сказала, представляешь, что она настоящая графиня. Так оно и есть. Странная она какая-то. А это что? Украшение. Она сказала, его специально из перламутровых раковин вырезали. Только я название забыл. Камея, балда. Точно, камея. Отнесешь ей завтра, хорошо? А то, если мы слишком рано уедем, то она же еще спать будет. Отнесу, конечно. Я по тебе скучаю. Я уже привык, что можно вот так вот идти, держать тебя за руку. А тебя нет. Я есть. Просто я себя отправила в добровольную ссылку. И главное, я не понимаю, зачем? Вполне можно бороть свой творческий кризис в Москве. Пиши себе сценарий там. Саш, ко мне там вдохновение не приходит. Здесь приходит? Да и здесь не приходит. Ну вот. Если мы тебе мешаем, давай я тебе сниму отдельную квартиру. Ну нет. Я уже сняла себе отличный дом. Саш, ну зачем я вам там нужна? Ты работаешь все время, Родион учится. Во мне нет совершенно никакого смысла. Смысла? Тонечка, я почти до полтинника дожил и только теперь понял, в чем смысл семьи. И спасибо за это тебе. Мне? Ну, конечно. У меня в мобильном телефоне в папке «Семья» 6 номеров. 6! Я все время не успеваю, все время кому-то что-то должен. Твоей маме привезти книги, с ее мужем опилить яблоню. Даньке купить ноутбук, Насте уже купил тренажер. Какой тренажер? Ты что, Насте тренажер купил? Ну, конечно, она же хочет похудеть. Саш, ну ты с ума сошел. Давно, Тонечка, когда влюбился в тебя. Я сейчас не о любви говорю. А я именно о любви, Тонечка. А графиня на посту. Что? Ничего. Вы завтра во сколько хотите ехать? Ну, пораньше, 7:00. Тогда спать. Сашка, спать, спать и спать. Были три девицы. Бабушка Марина, дочка Тонечка и внучка Настя. Жили-поживали, добра особенно не наживали, но в одночасье все изменилось. На их терем-теремок надвинулись невероятные события. Бабушка Марина вышла замуж за генерала Лепницкого, который прибыл в ее жизнь вместе с сыном Дани. На дочке Тонечки женился знаменитый продюсер Александр Герман. А перед этим нашелся его сын Родион, и все пошло кувырком. Внучка Настя и сын генерала Даня как-то сразу стали братом и сестрой. Хотя сестрой Дани должна была считаться Тонечка. Родион стал называть Марину бабушкой, а генерала дедом. А Тонечка стала мамой для всех детей сразу. И... Можете мне помочь? Там несчастье. Идемте быстрее, прошу вас. Давай объясните, что случилось-то? Сюда. Честное слово, я не знаю, что делать. Господи. Я хотела помочь, но поздно уже. Я пыталась ее поднять, а она холодная. Ой. И
что же теперь делать? Нужно же куда-то звонить. Ой, нужно, да. А вы знаете, кто она? Это... Ой, это леди Ван, она вон в том доме живет. Испугалась. Вообще-то я не из пугливых, но тут правда испугалась. Шумакова Александра Игоревна. Город Москва. 1990 года рождения. Все верно? Да. Угу. Кем вам приходится покойница? Никем. Сегодня первый раз в жизни ее увидела. А что она тогда делает на вашем участке? Понятия не имею. Хорошо, разберемся. Угу. Часа четыре, как умерла. Вот ключи под рукой были. Угу. Наверное, от дома. Проверим. А от чего она умерла? Да мало ли. Может, инсульт. А может, и тромб. Инсульт. Спецтранспорт. Я вызвала. Молодец. Это справка для получения свидетельства о смерти. Зин, да знаю я, что ты начинаешь-то? Решетникова Лидия Ивановна, 1935 года. Ты чё, год рождения даже помнишь? В регистратуре уточнила. Понятно. Она ж к нашей поликлинике была приписана. Главное, не болела ничем. Ага. И болезни себе не выдумывала. Старики любят выдумывать. А Лидия Ивановна никогда. Да. Ага. Мы поехали? Давайте, давайте. Я сейчас тоже. Тут заканчиваю и поеду. Ага. Интересная история получается. У вас, можно сказать, покойница с утра на видном месте. А вы ни сном, ни духом. Только пополудни спохватились. Я всю ночь работала. Поздно встала. Позвольте полюбопытствовать, что же у вас за работа такая по ночам? Магазины сторожить? Или, может, вагоны разгружаете? Порядочные барышни спят по ночам? Простите, пожалуйста, а как вас по имени-отчеству? Товарищ майор, Мурзин Иван Сергеевич. Очень приятно. Надо, наверное, родственников известить, товарищ майор Мурзин Иван Сергеевич. А вы, собственно, кто? Соседка. Просто соседка. Меня зовут Антонина Герман. А что же вы, просто соседка? Знаете их? Кого? Ну, с родственников. А, нет, нет, я не знаю. Я недавно здесь живу, вот, в доме напротив. Ну, так и живите в доме напротив. И в чужие дела нос не суйте. Мы уж как-нибудь сами разберемся. Кстати, у старухи был телефон? Понятия не имею. Я же вам сказала, первый раз ее вижу. Да сейчас уж у всех телефоны есть. У всех? Да не у всех. Распишитесь. Вот тут и здесь. Да, Тонечка, что случилось? Лидия Ивановна, помнишь, Родион ее вчера рисовал? Конечно, помню. Умерла, Саша. Утром прям взяла и умерла. Как умерла? Не знаю, просто. Соседка ко мне прибежала, мы пошли, она возле ее дома сидит, совершенно мертвая. Ну, такое случается, Тонечка. Ты только не плачь, ладно? Я не могу, мне жалко ее. Надо как-то родственникам же сообщить. Полиция сообщит. Ага. Участковый, Саш, по-моему, даже не думает этого делать. Ее уже в морг отвезли. Что за участковый? Да какой-то... Товарищ майор Мурзин Иван Сергеевич. Так с нами разговаривает, как будто это мы виноваты, что она умерла. Ага. Тонечка, ты повиси-ка пока. Я сейчас Славе Сильверстову позвоню. Мэру Дождеву, что ли, Саш, ты с ума сошел? Ты еще министру внутренних дел позвони. Тонечка, ну сам я сейчас никак не могу приехать. Не надо приезжать, Саш, ты просто скажи, что мне делать. Ничего не делать. Иди домой, пиши сценарий. Я на выходных приеду, все решу. Не плачь, пожалуйста, я тебя люблю. И тебя тоже. Угу. Иди домой.
Человека похоронят в безымянной могиле. Аппарата. Ну, куда? А мне что, разорваться, что ли? У меня Решетникова приставилась. Да понятно, что естественное, но дом-то осмотреть надо. Да не поеду я сюда больше. Что, у меня дел больше нет, что ли? Как туда-сюда мотаться? Все, отбой. Что еще? Ну, говорите. Поехали в город. Алло. Спишь, что ли? Да нет, не сплю. Забыл сказать. Ты только, пожалуйста, не ввязывайся там ни во что. Особенно в уличные потасовки, детективное расследование. Ну, это я тебе обещать не могу. Тоня. Хорошо, я в потасовке не буду. Ты там сценарий пишешь? Да, да, все, давай. Целую. Ой, это вы. Спасибо вам. За что? За то, что не бросили в трудную минуту. Ой, да это не за что. И, кстати, можно на «ты». Александра. Друзья Шурочкой зовут. А меня, кстати, друзья называют Тонечкой. Запер. Кто? Товарищ майор Мурзин. Иван Сергеевич. Мерзкий тип. Мне кажется, никого он искать не будет. Да мне тоже так кажется. Надо внутрь попасть. Угу. Попадем. Александра! Только мы окна бить не будем. Бизнес в нашей стране ничего не боится. Чего ищем? Ну, что-то, что нас наведет на след родственников. Письма, документы, фотоальбомы, телефон. Вот. А телефон, наверное, участковый забрал? Вроде бы нет, только паспорт взял. Thank you.
Как ты думаешь, с кем это она? Может, с внуком? Сзади ничего не написано, ни имени, ни года, ни места. Не знаю. Но она точно жила одна. Почему? Потому что одна чашка, одна тарелка. Вилка, ложка, нож тоже по одному. Грустно это, когда чашка одна, тарелка одна, и никому нет дела, жив ты или помер. Да. А может, у нее и телефона не было? Ну, вряд ли. А если надо врачу позвонить или в ЖЭК, я не знаю. Слушай, иди наверх, там поищи телефон, а я пока здесь посмотрю. Телефона нет. Смотри, что я нашла. У зеркала лежала. Валюш, среда зайти. А сегодня какой день? Вчера было воскресенье, сегодня стало быть понедельник. Ага. А я вон книжку нашла, видишь? Старинная. Пойдем отсюда, мне чего-то не по себе. Пойдем. Шура! А если я книжку возьму? Ну, посмотреть. Не страшно, как думаешь? Я думаю, ничего страшного. Бабусе уже все равно. Все равно. Лидия Ивановна, я очень рад, что вы теперь с нами. В издательстве детской литературы должно быть интересно. Ну и у нас вам тоже скучать не придется. Садитесь, пожалуйста. Вся в мать. Мы ведь с вашим батюшкой Иваном Ивановичем еще по комиссариату иностранных дел знакомы были. Сколько ж прошло, как его нет с нами? 5 лет. Да. Летит время. Так. Решетникова Лидия Ивановна. Вы ведь у нас специализируетесь по романским языкам. Угу. Французский, испанский, португальский и итальянский. И это главное. Газеты читаете? Надо читать, Лидочка, надо. Вы теперь на такой работе, что должны быть в курсе. А с Италией у нас сейчас дружба идет по восходящей линии. Готовим ряд контрактов по строительству автозавода, в области медицины, нефтегазовой добычи. Вот. Вот. Через месяц в Рим отправится очередная делегация для переговоров с председателем Совета министров Италии. Решено включить в состав этой делегации и вас. Вам, как переводчику, предстоит очень важная и ответственная работа. Я вас не подведу. Не сомневаюсь. Представители итальянской стороны уже приехали в Москву, чтобы согласовать детали встречи. Запишите распорядок на ближайшие дни. Итак, понедельник. Консультация с представителем торговой палаты. Тук-тук-тук. Сильно отрываю. Можно к тебе? Ой, Шура, заходи. У тебя открыто было, а мне дома чего-то совсем тоскливо. Точно ничего, что без приглашения? Очень хорошо, что без приглашения. Все равно мне не работается. Сейчас будем чай пить. А если не чай? Ух ты! Это из запасов моего бывшего благоверного. Он большой знаток этого дела.
Еще у меня есть баночка икры, подарок от моих партнеров, и багет свежий. Ой, ну слушай, это прям раблезианство какое-то. Ты давно здесь обитаешь? Да уж с месяц, наверное. Отправила себя в добровольную ссылку за вдохновением. Вдохновением? Угу. Я сценаристка. Сейчас вот сценарий допишу и поеду домой в Питер. А я из Москвы, у меня своя типография. Ого. Ага. И что издаешь? Да все, книги, журналы, буклеты рекламные. Очень хочу отдохнуть, но надо работать. По отдельности эти два дела у меня никак не получаются. Вот, решила попробовать совместить. Спасибо. За что, выпьем? Ну, давай за единение двух столиц. Эти рисунки Родион хотел графине подарить. Очень здорово нарисовано. Ага, он вообще удивительно талантливый парень. В этом году в художественное училище поступил. Мы с Сашей прям очень надеемся, что из него толк выйдет. А Саша это муж? Угу. Муж? Мы недавно женаты. Родион его сын. А чем занимается муж? Кинопродюсер. А в прошлом, представляешь, военный разведчик и офицер ГРУ. Ничего себе. Сейчас в Москве кино снимает. А свои дети у тебя есть? Есть. Дочка, Настя. А у меня вот ни мужа, ни детей. Точнее, муж был, но я его выгнала. Ты хорошо ее знала? Совсем не знала. Так, смотрели друг на друга издалека. А вчера она за лавровым листом ко мне приходила. Здравствуйте, голубушка. У вас не найдется лаврового листа? Украшение. Только я название забыл. Шур, а когда мы у графини в доме были, тебе камея не попадалась? Какая камея? Вот это. Нет, не попадалась. А что? Вот здесь вот камея есть. И вот здесь камея есть. И вчера, когда графиня ко мне заходила, на ней камея была. А сегодня? Не было, кажется. Постой, я ее сфоткала. Мертвую, что ли? Ну, у меня как-то это на автомате получилось. Ты настоящий форточник. Шура, шторы в доме были закрыты. В старухином доме? Ну да. Ну да, там темно было, как в склепе. Ну и что? Так она никогда шторы не задергивала. Я 100 раз вечер мимо ее дома ходила. Горел свет, она стояла у окна, и вся комната хорошо просматривалась. Вот, нашла. А камеи-то и нет. Николай Павлович, здесь Решетникова. Вызывали? Да, Лидия Ивановна.
Очень хорошо, что я застал вас на месте. Вы мне нужны. Одну минутку. Татьяна Семеновна, ну что там у нас, итальянцы? Буду через четверть часа. Ага, лады. Итальянская сторона вышла с предложением организовать в Риме визит нашей делегации в Ватикан. Громыко не возражает. Мне поручено обсудить детали. А нашего переводчика только что по скорой увезли в больницу. Аппендицит. Ну что ты будешь делать? И отменить нельзя. Их представитель сегодня улетает. Справитесь? Справлюсь. Карло Паренте, заместитель государственного секретаря Святого Престола по вопросам внешних отношений. Сеньор Косарев, purtroppo oggi devo lasciare Mosca. К сожалению, он сегодня покинет Москву. Quindi per tutte le questioni potrà rivolgersi al signor Santoro. Mio rappresentante e collaboratore di fiducia. Лидия Ивановна, вы бы перевели, а то ведь я по-итальянски, кроме Буонасера, ничего не знаю. Да, простите, это доверенное лицо и помощник, сеньор Санторо. Il signor Santoro parla russo. Он говорит по-русски. Надеюсь, сеньор Козырев и сеньорина-переводчик меня скуза простят. Я говорю не очень хорошо. Сеньор Паренте, мы приветствуем вас в Москве и рады возможности прямого диалога с Ватиканом. Но нам бы хотелось понять, каков регламент этой встречи. Лидия Ивановна, переведите, пожалуйста. Сеньор Паренте, лидиамо иль ностро бенвенуто а Моска. А перо иль сеньор Козырев... Desidero sapere contenuti dell'incontro. В Ватикане состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с главой Римско-католической церкви Иоанном Павлом II. Это событие стало переломным моментом в дипломатических контактах между нашей страной и Ватиканом. В ходе беседы были затронуты вопросы гуманизации человеческого общества. Иоанн Павел II высоко оценил перемены, происходящие в нас. Она проснулась. Очень рано. Пожилые ведь очень рано просыпаются. Угу. Оделась, застелила постель. Ты сказала, кровать в спальне была застелена? Да. Вот. Потом почувствовала себя плохо, прилегла на диван. Ворочалась там, потому что подушки-то все были сбиты. Книгу на пол уронила. Потом все-таки поняла, что ей не легчает. И пошла к нам, но не дошла. Логично? Пока логично. Ну вот. Когда ты ее обнаружила, одета она была так же, как накануне. Mm-hmm. Спрашивается, где Камея? Сняла? Ну, если бы она ее сняла, она бы ее положила где-то рядом, когда прилегла на диван, например. Там у нее столик есть возле дивана, видела? Нет. Так вот, Камеи там не было. Куда она делась? Может, она ее вечером сняла? Зачем? В сейф положить. Ой, да нет у нее никакого сейфа. Потеряла? Ага. 100 лет не теряла, и тут потеряла. И шторы закрытые. Вот и получается, что Камею мог забрать тот, кто задернул шторы. Или... Товарищ майор Мурзин. Иван Сергеевич. Именно. Куда пошла? Стоять! Стоять, кому говорю? Сюда. Стой, стой, зараза! А мы ее так...
Где же этот ключ? Мать его! Ай! Ой. Да что же это такое? Каждый раз на этом месте убивают сволочи. Нам бы товарища майора Мурзина. Ивана Сергеевича. А, Сергеевич, к тебе пришли. Чего? Выйди сюда. Что там, Ленька, случилось? А, здрасте. Здрасте. Слушаю. У нас есть важная информация по поводу смерти Решетниковой. Проходите. Спасибо. Нам показалось странным, что у Лидии Ивановны пропала камея. И шторы в доме задернуты. И что? Ну, задернуты шторы, и хорошо. Но она никогда шторы не закрывала. Я сколько здесь живу, я ни разу не видела, чтобы у нее шторы были задернуты. Сколько ты здесь живешь? Неделю? Месяц? Ну, закрыла старуха шторы, и что с того? Ну, и засунула этого, как ты сказала? Камею. Ну, камею. Сунула куда и забыла. А может, забрал кто? А кто покойницу нашел, тот и забрал. Вы же мне намек пытаетесь дать, что она не сама приставилась, а ей помог кто, так? Ну, так. Вот что, бабоньки, я вам скажу. У нас городок маленький, тихий. Здесь дело дальше пьяного мордобоя не заходит. Так что вы мне тут воду не мутите. Оступайте себе с миром. А если вам заняться нечем, за упокой души старушки, вон свечку поставьте. Самое бабье дело. Ну, чё вы уставились-то? Чё вам непонятно? Я здесь хозяин в своем праве. И как-нибудь разберусь. Сама она приставилась или помог кто? Понятно. Спасибо за помощь. Пошли, Шура. Придется нам все-таки Вячеславу Андреевичу позвонить. Какому Вячеславу Андреевичу? А мэру вашему, Сильверстову. Пошли, Шура, пошли. Угу. Стоять. А ты смешная. А зачем мэру-то звонить? Вот все вы москвичи заполошные, а? Я из Питера. Тем более. Ну, никакого понимания нет. Шуток и тех не понимаете. Ну, присаживайтесь обратно. Да нет, спасибо. Мы постоим. Хорошо. Признаков насильственной смерти у Решетниковой нет. Значит, и оснований для возбуждения уголовного дела у меня тоже нет. 85 лет. Ну, возраст-то соответствующий. Ну, допустим. А родственникам ее вы сообщили о смерти? Так, я ее родственников не знаю. Да в мои обязанности и не входит родственников искать. Угу. Тем более она приезжая, у нас только лет 30 живет. Ничего себе приезжая. 30 лет. Ну, а что вы хотели? Она всегда сама по себе ни с кем не общалась. И что же, она прям вот так вот одна все время и жила. И никто к ней не приезжал. Ну, зачем никто? Внук. Внук. Кажется, пару раз был. Пару раз за 30 лет? Ну, может, не пару. Я за ним не записывал, а он передо мной не отчитывался. Нужно родственников найти. Даже если Лидия Ивановна умерла сама по себе, это как-то не по-людски. Кто ее похоронит? Где? Тем более, если внук есть. Этот тупырь мог и соврать. А зачем ему врать? Из вредности. А ты хороший сценарий пишешь? Ну, муж говорит, что хорошие. Была бы его воля, он бы меня заставил вместе по сценарию писать.
Шура, я уверена, что Камея пропала. Или Дивана не могла ее потерять, что бы ты ни говорила. Нет, теоретически, конечно, могла, но это было бы совсем невероятно. Такой даже сценарий не напишешь. Но ты ведь не думаешь, что эту Камею я взяла? Не думаю. А что, ты взяла? Нет, конечно. А что тогда переживаешь? Из-за слов Мурзина? Нет, потому что я ее не брала. Ну вот и я не брала. Удивительной красоты храм. Представляешь, он лет 500 здесь стоит. Все видел, все помнит. Открыто. Он на реставрации, что ли? Ну, получается, что так. Ударил кто-то. У тебя кровь. На, держи. Там батюшка еще. Посиди. Я с тобой. Сейчас я. По всей видимости, да. Господи, помилуй. Вы настоятель, да? Отец Иларион. Как же ты какая. Давай. Ты видела, кто на тебя напал-то? Надо же, а. Сволота-то какая. Средь бела дня в храм залезли. Это ж надо такое думать. Господи. Тихо-тихо, мой. Сколько их хоть было? Ой. Двое, кажется. Ой. Я физиономию одного из них даже увидела. А что толку? Все равно сбежал. В больницу, наверное, надо. Нет, не надо. Вдруг сотрясение. Тонь, все в порядке. Я сейчас посижу немного и поедем домой. Мне еще работать надо. Так у меня же это, машина есть. Я вас довезу. Не надо, не надо, все хорошо. Так, знаете что, вот эти ваши возражения не принимаются. Мне муж всегда говорит, не ввязываться в уличные драки. Все без толку. А вы знаете, муж-то ваш дело говорит. А вы кто такие будете, матушки? Откуда? Как в храм попали? Мы на Заречной улице живем. Меня Антонина зовут. Ага. А пострадавшую нашу Александра. Мы просто так в храм пришли посмотреть. Ну, видимо, открыто, но и вошли. Это, получается, мне вас Господь послал. Без вас еще неизвестно, как бы дело обернулось. Опа.
А что произошло-то, батюшка? Да я и сам не понял, матушка. Храм-то у нас вон на реставрации. Службы не ведутся. У мастеров свои ключи. Они еще и ночами бывают, работают. Вот. А сегодня выходной, я пришел, храм открыл, захожу за алтарь. У меня там камора. Ну, там всякая утварь церковная хранится. Смотрю, молодчик этот шебуршится. Я за ним. Ну, а дальше-то вы уж сами знаете. Оглушили они меня, ироды. Ой, слава богу, что не убили. Ну, Господь-то милостив. Отец Ларион, а вы Лидию Ивановну Решетникову не знали? Старую графиню, как ее тут называют. Да нет, не особо. Она женщина строгая, при своем мнении, замкнутая. В храм редко ходит, в основном по праздникам. Садись, моя хорошая. На Пасху, в Троицу, на Рождество. Вот так. А родственников ее никогда не видели? Родственников? Нет, родственников не видел. Надо их найти, а то нехорошо получается. Умер человек, а родственники не знают. Господи Иисусе, Лидия Ивановна скончалась. Горе-то какое. Господи, прости. Вы там что-то про родственников спросили? Родственников я не знаю. А вот с прихожанкой одной она знакомство водила. С Валентиной. Они вместе в храм на службу приходили. Вот, может быть, она в курсе родственников? Тоня, записка. Смотри, что я нашла. Было к зеркалу приклеено. Батюшка, а где ее найти-то можно, Валентину эту, не подскажете? Ну, отчего же не подскажу-то? Подскажу. Она у нас на почте работает. Ой, горе-то какое, а. Не знал я про Лидию Ивановну, не знал. Ты давай тогда домой езжай и особо там не прыгай. Я работать буду. Без фанатизма только, ладно? Антонина, вы присаживайтесь. Нет-нет, батюшка, я на почту схожу, а вы поезжайте. Ну, смотрите, Бог помощь. Обед. С 13 до 14. Да. От обедов-то мы как-то уже и отвыкли. Добрый день. Здравствуй, красавица. Что? Туфля поломался. Ремонт нужен. Дядя Арсень сапог может поправить. Ботинка, заплатка ставить. Туфля. Тонкий работа. Приятный. У моего сына... У него ботинки прохудились. И кроссовки порвались. Ладно. Все сразу порвался. Босиком пошел. Ну, не то, что босиком, конечно. Денег не надо. Ты хороший женщин. Жалкий женщин. Людей жалеешь. Я помочь хотела. Хочешь помочь? Помоги. Разве теперь стыдно помогать, а? А вы, наверное, давно здесь работаете? Спитаки.
Вся семья погибла. Я остался. Сын остался. Сын подрос, там не мог. В Россию уехал. Я за ним уехал. А здесь он умер. Я остался. Ужас какой, Господи. Ты проходи. Садись. Спасибо. Я на Заречной улице живу, рядом с Ледиваной, графиней. Она не приходила к вам обувь чинить? Приходила. Теперь я в храм пойду молиться за нее, за добрую душу. Знаете уже, да, что она умерла? Я посередине сижу, дочка. Много людей вижу. Милиционер сказал, померла графиня. Лида один понимал, что я есть за мастер. Дядя Арсен чинил, она благодарил. Пасха кулич принесет. Иногда целый кур угощала. И кофе. В Армении все кофе пьют, угощают друг друга. И мы пили. Смеешься, дочка? Клянусь здоровьем. Так и было. К себе приглашала. Сапоги и туфли у нее были хорошие. Настоящие. Дорогая, значит, у нее обувь была? У нее туфли. Такой нету, какой она носила. А! Стежок к стежку. Гвоздик к гвоздику. Где такой туфли брал, спрашивает. Она смеется. Говорит, Арсен, я эти туфли в Москве на заказ делал. В ГУМе. В ГУМе? Там разве туфли шьют? Да клянусь здоровьем, Ве. Это когда ж было-то? 100 лет назад, что ли? Зачем 100? 50. Когда ты успел выучить русский? У меня было время, много время в тюрьме. Ты сидел в тюрьме у нас? Но. В Италии меня как это... депортато. Депортировали? Си. Ты можешь говорить по-итальянски? Нет, с тобой я буду говорить только по-русски. Мне надо... как это... мельораре. Совершенствовать. Си. Соверентвовать язык. Лида, тогда в 57-й я правда был вор. Мы с моим другом Джованни торговали фальшивые картины. Я рисовал, он торговал. Продавал. Си. Мы обманули Пинакотеку Ватикана. Продавали им картину Пьетро Перуджино, которая пропала на войне. У нас были фото. Я сделал копия. Бумага, краски. Все как 15 век. Они много заплатили. Очень много. Но обман открыли. Джованни сразу попадал в тюрьму. А я сделал... паспорто фальсо, рекомендационе. Фальшивые рекомендации, паспорт. Си. Рекомендация. Партито коммунисто. Меня поставили в делегация Италия на фестиваль. Ушел прямо из рук полиция. Думал прятаться, но встретил тебя. 12 лет я думал о тебе. Я знала, что мы встретимся снова.
У тебя есть муж? Плохо. Красивая синьорина должна быть с мужем. Не встретила такого, как ты. Ты любишь криминал? Сегодня пятница. Завтра выходной. Что делает сеньор Санторо в субботу? Гуляет с красивой синьориной. Тогда поедем в Ленинград. Алло? Тонечка. Привет, мам. Привет. Я соскучилась. Как вы там? Дома сижу. Погода примерская. Андрей на работе. Как там твоя самосылка? Надеюсь, ты уже написала гениальный сценарий. Ну, пока просто выдающийся. Слушай, мам, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вы когда с родителями жили в Москве? Наша бабушка не заказывала пошив обуви в ГУМе? Там какая-то 200-я секция была или что-то вроде того для иностранцев, номенклатуры. Заказывала. Туда импорт привозили, но и сапожник был. Армянин. К нему дамы на год вперед записывались. Армянская обувь в Союзе была самой лучшей. Ну, как итальянская в Европе. А скажи, кто мог позволить себе заказать туфли в ГУМе? Члены ЦК. Космонавты и их жены. Знаменитые писатели. Академики, как твой дед. Ну, работники МИДа. То есть, кто угодно прийти с улицы и заказать себе обувь не мог? Тонечка, ну, конечно, не мог. А с обувью у нас в стране всегда была беда. А как ты попал в делегацию Ватикана? Снова подделал документы? Но. Сейчас все легально. Но это длинная история. Расскажи. В Италии меня арестовали. Был суд, и я пошел в тюрьму. Там было плохо. Очень плохо. Я не хотел в тюрьму. Я даже думал о суичидио. Но там была церковь и очень хороший пастор. Он дал мне... Как это? Феде индия. Веру в Бога. Си. Сначала я работал в церкви. Там, в тюрьме. Потом учился в семинарии Висковилю де Фьезоли. Стал сочердоте. Священником? Си. Еще я много рисовал и изучал питтуры религионы. Церковную живопись? Си. Меня заметил ассистент сеньора Паренте. Пригласил в Ватикан как консультант. За этим я помогать эминенца. Давал консультационы. Значит, ты теперь падре? Си. И мы не можем быть вместе? Да. Пьетро, я не виновата, что тебя тогда арестовали. Отец очень боялся наших отношений, боялся, что я буду искать тебя, и устроил эту провокацию. Я знаю. Можно обмануть глаза, уши. Но нельзя обмануть сердце. Ломео сервенте коре. Виро команди амор. Ке вила дато. Эмерце дальтро лато. Ди ме вирекке алькуна ремембранца. Ке дель востре валоре. Фантастико! Я помню эту сеньору. Она была в тот день. Так не бывает. Но, я же помню. Еще я помню. Ты хочешь панцероти, беляшек. Хочу. Сегодня кормить сеньорину будет сеньор. Скажите, а у вас... конверты есть? Ну, конечно, есть. Вам какие? Обычные, наверное. С маркой или без?
с марками по России. Вот. У нас дешевенькие, по 25 рублей. Отлично, мне 2. Угу. Спасибо. Скажите, а Валентина сегодня работает? Валюша-то. Валюша работает. Ага. А зачем она вам понадобилась, Валентина-то? У меня к ней разговор. Важный. Ну, говорить, коль важный. Я Валентина. Очень приятно. Меня зовут Антонина. Я соседка Лидии Ивановны Решетниковой. Лидия Ивановна умерла вчера. Ой. То есть как это умерла? Ну. Горе-то какое. Ой, горе. Господи. Упокой душу усопшей рабы твоей. Земля и пухом, как говорится. Хорошая была женщина. Правильная. Ну, раз Боженька забрал, значит, так надо. Ну, я-то как раз не уверена, что так надо. Отец Иларион сказал, что вы дружили с Лидией Ивановной. В церкви виделись, и все. Как хоть Господь забрал-то ее, не мучилась? Не знаю. Мне бы родственников ее найти. Внука, нет у вас адреса? Внука не знаю. Слыхать о нем слыхала, а видеть не видела. А скажите, по какому поводу Лидия Ивановна собиралась к вам зайти в среду? Валюша! Ой, Лидия Ивановна, здрасте. В магазине были? Да я к Арсену пришла. Набойки поставить. А там закрыто. Спит он, что ли? Да днем был. Может, вышел куда. Вы у нас оставьте, я передам. Спасибо, голубушка. И в среду будет пенсия, заходите. Хорошо. Мы пенсию в среду выдаем. За ней собиралась. Вот жизнь. Жил человек, жил, а к среде весь вышел. Ой, подождите. А ведь есть адрес-то, есть. Только не внука. Валюш, принеси нашу картотеку сюда. Ну, там, где письма невостребованные, копии этих переводов. Давай, давай. Помочь надо. Уж не знаю, с родственница она ей. Или знакомиться. Но каждый месяц бабуля регулярно по ейному поводу сюда к нам захаживала. У нас раньше-то все в компьютере было. Но год назад, под самые святки, он взял и сгорел. А новый-то, почитай, мы уж как год ждем. Вот. О, ага. О, аккурат. Вот, аккурат месяц назад Лидия Ивановна у нас это отправляла. Вот, тут и адрес есть. Город Тверь, получатель Батюшкова Наталья Сергеевна. Я сфотографирую, ладно? Да, давай, давай. Ага. Ну что, поедешь к ней? Да поеду, наверное. Когда? Завтра и поеду. Ну ты там... С бухты-барахты ты не брякни. Мол, померла бабушка-то ваша. Не брякну. Поаккуратней. Подождите, так это что получается? Что Лидия Ивановна ей переводы делала, деньги переводила? Ну да. Каждый месяц. Вот, тут же все прописано. 15 000. Держи. Коль, привет. Ой, тетя Тонь, приветствую. А я вот на халтурке. У меня друзья магазинчик держат. Так я у них за экспедитора, за водителя и за грузчика. Коль, ты можешь меня завтра в Тверь отвезти? Завтра? Ага. Не, завтра не могу. Мы с друзьями уже договорились. Давай на шашлыки сюда. Пойти. Я обещал.
А до послезавтрева подождать никак? Да это по поводу родственников покойной Лидии Ивановны. В смысле покойной? Так умерла наша графиня вчера. Да ладно. Вот это да. Я не знал. И никто не знает. В том-то и дело. Я вон на почте адрес взяла. Хочу завтра съездить. У нее там в Твери то ли родственница, то ли знакомая, не знаю. Ты долго трепаться будешь? Держи. А чего? Умерла старуха-то? Может, инсульт, может, тромб. Ладно, побегу. Я придумаю что-нибудь. Вы только не обижайтесь, тетя Тонь. Ну, если что, звоните. Если я не на смене, то я вас вот в раз отвезу, куда скажете. Я поняла, поняла, Коль. Спасибо тебе. Колян, не спи. Да. Милая, но мы не можем осчастливить всех обездоленных. У этого твоего, как его? Дядя Арсена. Вот, у него крыша над головой есть? Да видел бы ты эту крышу над головой. Тонечка, ну, он так живет всю жизнь. Он привык. И самое главное, у него все умерли, понимаешь? Ты можешь себе это представить? Не могу, Тонь. Вот не могу и не хочу. У меня своих проблем. Вот так. Ну, ладно. Если это твой дядя Арсен действительно хороший сапожник, я возьму его на работу в костюмерный цех. В конце концов, мы же покупаем старинную обувь. Почему бы нам ее не покупать, а шить? Сашка. 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 Ты просто вот, ты просто мой герой. Да, да, я знаю. Все, теперь заканчивай страдать, начинай ликовать. Да я уже ликую. Так, если у тебя все, то мне на работу пора. Подожди, подожди, пожалуйста, минутку. Что еще? Сашенька, а ты... Ты не мог бы что-нибудь разузнать? Ну, по своим каналам, ты понимаешь, про какие каналы я говорю. Разузнать что-нибудь про графиню. Что-нибудь это что? Ну, например, где она работала. Тонь, ты опять Шерлока Холмса играешь? Нет, в Мисс Марпл. Мисс Марпл была старая дева, это не твой случай. Саш. Что на этот раз? Ну, я просто подумала, а что, если ее убили? Лидия Ивановна, это был крайне необдуманный поступок. Николай Павлович, я могу объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Не надо. Кто дал вам право без соответствующей санкции везти итальянца в Ленинград? Никто. Вы что, цыпленок, который только вчера на свет вылупился? Вы соображаете, что вы творите? Вы, работник МИДа! Ну, это было в нерабочее время. Только из уважения к памяти твоего отца. Я не увольняю тебя прямо сейчас. Только из уважения. От работы с делегациями я вас отстраняю, Лидия Ивановна. В Италию вы не едете. Да, не едете. Поработайте в отделе переводов. А там посмотрим. Все, вы свободны. Брежнев считает, что контакты с Ватиканом преждевременны. Делегация отозвана в Рим. Он уже в аэропорту. Я должна его увидеть. Если вы поедете, вас уволят. Сегодня же вечером. И вы его уже точно больше никогда не увидите. Татьяна Семеновна, я должна его увидеть.
Миша. Миша, подай машину к подъезду. К служебному. Надо в Шереметьево смотаться. Срочно. Нет, не для шефа. Здравствуйте. Товарищ, пройдите, пожалуйста, в самолет. Скузи, сеньорина. Сеньор Санторо, вам просили передать. Ты обещал написать мой портрет. Милостию Божиею придохже три моря, дигерь худо доно, Олло перводигерь дано. Аминь. Ничего не поняла, кроме аминь и три моря. Три моря. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В лето старинные числа, значит, непонятно какого года. Обретох я написание Офонаса, Тверитина купца, что был в Индии 4 года, а ходил, сказывает, с Василием Папиным. Ну, конечно. Дурочка ты, Тонечка. Шура! Шура! Что вы мне скажете? Глухой номер. Спишь, что ли? Антон? Нигде нет. Чушь. Александра Игоревна, ну правда. Мы смотрели везде, где только можно. Не нашли, честное слово. Что значит не нашли? Искать надо лучше. Или вы хотите, чтобы я сама этим занялась? Я даю вам еще один день. Один. И если не найдете, я вас собственными руками придушу. Ясно? Ясно. Чего ясно? Будем искать. Найдете, я вас собственными руками придушу, ясно? Тоня? Привет. А я тебе кричала, извини. Серьезно? Не услышала. Я когда пистон вставляю, вообще ничего не слышу. Пистон? Ну да, своим подчиненным, чтобы не расслаблялись. У меня рабочая конференция. Так, коллеги, секундная пауза. Кирилл и Антон, снова берите в руки телефон и ищите по той цене, которая выгодна нам, а не конкурентам. Ира, а ты подготовь мне точные сведения по дистрибуции. Да, Александра Игоревна, делается. И давайте активнее. А ты чего-то хотела? Да я...
просто хотела узнать, как ты себя чувствуешь и все ли вообще в порядке. В полном. Батюшка Иларион меня довез, а чай отказался. Только прилегла отдохнуть, как мои спиногрызы названивать начали. Там заказчик слетел, тут бумаги нет. В общем, лучшее лекарство – это работа. Да. Дело надо делать, господа, надо дело делать. Слушай, а ты, ну, когда закончишь пистоны вставлять, приходи кофе пить. Я рано не закончу. Ну, поздно приходи. Хорошо. В Ватикане состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с главой Римско-католической церкви Иоанном Павлом II. Это событие стало переломным моментом в дипломатических контактах между нашей страной и Ватиканом. В ходе беседы были затронуты вопросы гуманизации человеческого общества. Иоанн Павел II высоко оценил перемены, происходящие в нас. Зачем графиня этой батюшковой переводы отправляла? Хороший вопрос. Это же довольно странно. Ну да, логичнее было бы, если бы старушке кто-нибудь присылал вспоможение, а не наоборот. Завтра поеду в Тверь съезжу. Коля, правда, не сможет отвезти, но такси возьму. В Тверь на такси? С ума сошла, это же сплошное разорение. Да, я тебя отвезу. Тебе работать надо, ты что? С таким интернетом разве работа? Прям посреди конференции вылетел. О, это у нас вообще тут сплошь и рядом. Утром еще как-то ловят, а вечером вообще беда. Ну вот, сделаю перерыв. Я сегодня их накрутить успела, так что завтра поработают без моего чуткого руководства. Правда, боюсь, если так дальше пойдет с интернетом, придется все равно ехать в Москву. А лучше бы мне не возвращаться. Так и не возвращайся. Ты же отдохнуть хотела. Да дело не только в отдыхе. Тетя Тонь, доброе утро. Ой, Коль, ты? Я. Я вас жду. А что ты меня ждешь? Так в Тверь ехать. Спасибо. У тебя шашлыки же. Так подколымить-то охота, а шашлыки вечером. Мы с вами раз и в дамках. Мне мать с утра говорит, ты что, с дуба рухнул? Тебе живую деньгу в руки кладут, а ты отказываешься. Тетя Тонь, ну поехали. Коль, ну что ты заладил? Тетя Тонь, да тетя Тонь. Я соседка уже договорилась. Она ждет меня, отвезет. Тетя Тонь, соседке, наверное, все равно. А мне денежка вот так нужно. Шура! Привет, Тонь. Привет. Я готова. Слушай, а там нас Коля ждет. Ну, который вчера меня вести не захотел, а сегодня вот захотел. Коля? Ага. А зачем нам Коля? Мы сами себе Коля. Да? Давай, садись. Подожди, ну давай, может, все-таки он нас отвезет. Ему заработать надо, понимаешь? Мы же ему заплатим, если он нас повезет. Заплатим. Ну вот. А сейчас всем трудно, помогать надо. Фантазерка ты, Тонь. Ну, поедем. Будем помогать Коле. Ой, спасибо тебе. Я тут нам в дорогу сухой паёк собрала. Ой, молодец. Ага. Шур, ты только это, не удивляйся, он меня тётя Тоня называет. Как? Тётя Тоня, представляешь?
А ты часто здесь бываешь в Дождеве? Первый раз в жизни. Ну, может, не первый, второй. А какие книги ты издаешь? Да разные. Прозу, поэзию, иногда альбомы. Бывает нон-фикшн, науч-поп, учебники. Но сейчас заказов мало и тиражи маленькие. Книга почему-то перестала быть товаром первой необходимости. Да. А я читать вообще не люблю. Только книжку открою, сразу в сон тянет. Плохо, Коля. Надо учиться читать. Так я умею, вы чё? Просто больно скучно. Я когда вторую страницу открываю, уже забываю, что было на первой. Тёть Тонь, я за водичкой сбегаю. 3 минутки. Давай, давай. Слушай, а я выяснила, что за книгу мы взяли у графини дома. «Хождение за 3 моря» Афанасия Никитина. Ей, по моим скромным подсчетам, не менее 300 лет. Ничего себе. И сей раритетный фолиант валяется у графини под диван. Бо! Знакомые все лица. Здравия желаю. Нечаянная встреча. Куда намылились, бабоньки? А вам какое дело? Идите, куда шли. Ух ты! А что это у тебя подружка такая? Сердитая. Я вроде с ней по-людски говорю. Мы в Тверь едем. Ага. К знакомой Решетниковой. Вы же отказались заниматься поиском родственников? Эх вы, все в воду мутите. От племя бабье неугомонное. Здорово, дядя Вань! Здорово, племянчик. Коль не шутишь. Таксуешь, я погляжу. Ты чего? Противный мужик. Дядь Вань. Все, водичка есть. Можем ехать. Ага. О чем ты думаешь? Да я вот думаю, сейчас мы с тобой нажмем на кнопку звонка, раздадутся переливы, и для тех, кто обитает за дверью, жизнь пойдет по-другому. Сейчас там еще никто не знает о том, что Лидия Ивановна Решетникова умерла. Может, и не переливы, а дребезжащий хрип. Чему обязаны? Добрый день. У вас там открыто. Мы зашли, простите. Девушки, не во все открытые двери следует заходить. Нам нужна Наталья Сергеевна Батюшкова. Мы правильно пришли? О, журналисты из газеты. Бумагомараки. Выметайтесь вон. Я не даю интервью. Мы не журналисты, мы... Из Дождева. Из какого Дождева? Не морочьте мне голову. Я знаю. Вас прислали написать очередной пасквиль. Пасквиль? Пасквиль. Кем вам приходится Лидия Ивановна Решетникова? Вам-то что за дело? Решетникова? Моя тетя. Дальше что? Она в понедельник умерла. Примите наше соболезнование. Умерла? И что? От меня вы чего хотите? Да ничего, мы просто хотели вас известить. А, видите ли, Натали, как бы это сказать, не поддерживает отношения с родственниками. Вы, вероятно, этого не знаете. Не знаем. Мы просто соседи Лидии Ивановны. Меня, кстати,
Ярослав зовут? Александра Игоревна. А это Антонина... Федоровна. Простите, а как это вы говорите, что не поддерживали отношения с Лидией Ивановной? Она же вам регулярно деньги переводила. Деньги? Да какие-то деньги, слезы. А потом это ее дело. Она хотела, она и переводила. А кто вам вообще сказал, что мне есть дело до этой полусумасшедшей старухи? Да никто не говорил. Боже мой. Как все глупо. Глупо. Сегодня премьера, а тут такая пошлость. Как в дурной пьесе. У нас при неприятном известии скончалась ваша тетя. Наталья Сергеевна, ведущая актриса нашего театра. Можно сказать, прима. Не можно, а нужно, Славик. Мы сегодня играем «Белую гвардию». Я Лариосик. Приходите, проведу на лучшие места. Предпочитаю ходить в театр по билету. Если вы хотите хлопотать насчет похорон, обращайтесь к моему сыну. А меня сюда не ввязывайте. Хорошо, мы обратимся к вашему сыну и вас ввязывать не будем, но у нас нет его контактов. Борис, подайте мой телефон. Боже мой, боже мой. Сегодня играть. А она ничего не нашла лучшего, чем помереть. Ваша тетя умерла еще в понедельник. Какая разница? Борис, вы что, тоже умерли? Где мой телефон? Наташенька, вы будете смеяться. Но я никак не могу его отыскать. Боже мой, посмотрите на кухне. Да, хорошо, да. Скажите, пожалуйста, а кому завещан дом в Дождеве? А меня это не интересует. Кому бы он там ни был завещан? Я ради этой развалюхи пальцем не пошевелю. Хороший дом. Трехэтажный. Меня это не интересует. Богиня, ваш телефон. Ой, отнеси. Старухе всегда было плевать на меня. Мне, конечно же, достанутся только жалкие крохи от семейного пирога. А этот человек получит все. Этот ничтожный человек, погубивший все мои надежды и мечты и разбивший мое сердце. Это вы о сыне, я так понимаю, да? А как его зовут? Здесь не написано. Слава. Батюшков Фабиан Петрович. Боже мой. Ну, простите, Наталья, я знаю, что делаю вам больно. Она сказала, что он разбил ей сердце? Ага. И погубил мечты. Может, он в тюрьме сидит? Александра Игоревна. Так вы придете в театр? Как волшебно пахнут ваши волосы. Что за духи? Передайте, пожалуйста, Наталье Сергеевне, что мы известим ее сына о кончине бабушки. Спасибо. Кстати, а вы не знаете случайно, где он живет? Понятия не имею. Может быть, торчит в своей бухте? Капитанской. Слава, ты отправила эти деньги? Иду, иду. Я буду ждать. Жил отважный капитан, он объездил много стран. И не раз он... Не люблю ужимок и прыжков. Нет, сама умею давать любые гастроли, но по делу. А когда ужимки ради ужимок, терпеть не могу. Да ну что ты. Это был моноспектакль, импровизация. А про крохи от семейного пирога откуда? Ой, это какая-то английская драматургия, типа Джона Б. Присли. Кстати, что значит это Б? До сих пор не пойму. Бенджамин, Бертольд, Бруно. Ну, Бруно, хорошо. Ну что, нашли родственников? Да, считай, что нет. Не отвечает? Аппарат выключен. А кого нашли, если не родственников? Некоего Фабиана. Надеюсь, хоть ему есть дело до смерти Лидии Ивановны. Сомневаюсь. Человеку с таким именем доверять нельзя. И почему он в бухте? Рыбак? Ну, допустим. А где же эта бухта-то? А какая бухта? Я здесь все бухты знаю.
Ой, правда, Коль, может, ты знаешь, где у вас тут какая-то капитанская бухта? Ну, конечно, знаю. Чего не знать-то? Это здесь, на Орше. Хорошее место. Только там ничего нет. В смысле ничего нет? Да без всяких смыслов. Там когда-то давно хотели ставить поселок. Коттеджи, причалы, все дела. А потом этот, ну, кто купил землю, то ли обанкротился, то ли помер. И что там сейчас? Да ничего. Лес, забор и участок в 20 гектаров. Угу. Ну и сторожка. А, ну, наверное, Фабиан там сторожем. Поедем туда. Надо довести дело до конца. Угу. Коль, отвезешь? Беспроблемно. Надо как-то донести до его сознания, что Лидия Ивановна умерла. Если он не такой, как его мамаша, то хотя бы похоронами займется. Как она меня разозлила. Натали? Ну да. И Лидию Ивановну жаль. Она этой твари еще и деньги переводила. Натали не тварь. Она актриса. Ты просто с ними дел не имела. Тебе надо было принять предложение этого Ярослава. Думаешь? Ну а что, каков красавец, глаз не оторвать. Не говори. Прям-таки кавалер. Нюхать меня полез. Черт. Что такое? Не заводится, зараза. Наверное, зажигание полетело. Вызываем такси. Приехали. Дальше что? Ну, интересно, что там? Может, замок? Как в «Красавице-чудовище». Канделябры поют, чайники и сковородки пляшут. Да, Тоня, ты фантазерка. О! Мы сделали все, что могли. Поедем домой. Поехали. Зря только такси отпустили. Вы к кому? Простите, нам нужен Феофил, Феофан. Нам нужен Фабиан Батюшков. Зачем? Ну, вы, пожалуйста, откройте, мы вам все объясним. Нас Наталья Сергеевна послала. Пойдем. Фабиан, вы здесь?
должны быть какие-то люди. Люди! Люди, помогите! Шура, про людей не знаю, но связи тут точно нет. Уважаемые пассажиры, наш полет пройдет на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 километров в час. Могу я предложить вам воды? Температура воздуха за бортом минус 50 градусов. Расчетное воды? Время в пути 2 часа 45 минут. Могу желаю я предложить вам воды? Благодарю вас. Приятного полета. Лидия Ивановна. Да? Мы в Милане только 2 дня будем. У меня убедительная просьба. Вне рамок конференции сократить контакты с иностранцами до минимума. Особенно с журналистами. Леша, я в курсе. Я проходила собеседование. Лидия Ивановна. Да. Простите меня, я немного нервничаю. Это моя первая загранкомандировка в качестве руководителя. Лёшенька, все будет хорошо. Спасибо. Ну и цены. Никаких командировочных не хватит. А что это такое? Чай. Стакан? Угу. 50 лир. С ума сойти. 10 копеек. А у нас 3, еще и с сахаром. А что такое панини? Панини. Горячий бутерброд. Вот, мне его. А давайте лучше пиццу закажем. И сытнее, и дешевле будет. А это что такое? Это тоже бутерброд, только побольше. Хорошо. И чай. И чай. Гулять так гулять. Да. Извините. Алексей Михайлович, мне доклад только в одном экземпляре напечатали. Симакова, давайте мы этот вопрос после обеда решим, хорошо? Мне его референту сейчас отдать надо. Я прошу прощения. Симакова, вечно с вами проблемы какие-то. Сеньора Дезидора. Una pizza margherita. Pizza margherita. Un calice di rosso. Rosso. E un tè nero. Tè nero. Grazie. Molto bene. Lo manda quel signore, al tavolo di fronte a lei. Шура! Смотри. Я фонарь нашла. Здорово. Заключенных полагается кормить. Держи. Подожди. Может быть, нам лучше паёк на несколько дней оставить? Ну что, тут жить собираешься? Но мы же с тобой не знаем, насколько и зачем нас здесь запер этот мужик. Фабиан. Если это еще он. Надо сломать решетку. А чем ты будешь ее ломать? Да. Да чем-нибудь. Держи. А летом здесь, наверное, хорошо. И купаться можно. Река рядом. А я вот не очень люблю реки. А что, любишь море? Море. Особенно Балтийское. Понятно. И сосны, и гулять где-нибудь в Юрмале. А я там только один раз была, ничего там не знаю. О, спички. А я тебя приглашаю. Спасибо. Все тебе покажу. Где там ресторанчики хорошие, где кофе вкусный. А еще там отличная галерея современного искусства. Осторожно. Слушай, брось, на совесть ведьма сделана. Это мы еще посмотрим.
Вот было бы счастье, если бы Саша Шумакова оказалась хорошей. Но ведь Мурзин прав. Она вполне могла взять камею. О чем ты думаешь? Я прям слышу, как жужжит у тебя в голове. Да, думаю. Про странные происшествия в Дождеве. Какие? А вдруг Лидию Ивановну убили? Ты меня прости, но я в это не верю. Ну смотри сама. Камея пропала, пропала. Старинная дорогущая книга на полу, шторы задернутые. И вообще, Лидия Ивановна была непростая. Ей обувь в ГУМе делали. В каком ГУМе? Откуда ты это взяла? Шура, в государственном универсальном магазине у Кремля. Мне дядя Арсен сказал. Какой Арсен? Да сапожник он, в Дождеве на площади сидит, всех знает. А на следующий день в храм влезли грабители. Вот такие происшествия. То есть ты хочешь сказать, что в Дождеве орудует шайка? Ну да. Тонь, ты фантазерка. Тебе романы надо писать. Первая премия за интригу. Ну хорошо, хорошо. Тогда объясни мне ты, пожалуйста, что происходит. Да ничего не происходит. Лидия Ивановна просто умерла. Занемогла, отправилась за помощью и не дошла. А в храм забрались местные гопники. Мы им помешали, они убежали. Слышишь? Дай сюда. Я убью этого придурка, честное слово. Вы с ума сошли, что ли? Сначала заперли нас, теперь вообще деретесь. Ну, шишки нет вроде. Я прошу прощения. Вы тоже меня поймите, знаете, когда на вас из темноты и... Да еще и с утюгом наперевес. Я вообще думал, что вы уже уехали. Как мы могли уехать? Сквозь решетку просочиться? А не надо было в дом залезать, да еще и по-тихому. Да ваш тарантас так ревел, что вы бы шума Ниагарского водопада не услышали. Знаете что? Вы Фабиан? Что? Мы вам звонили. Телефон был недоступен. Номер нам дала ваша мама. Телефон здесь не работает. И моя, как вы изволили выразиться, мама, об этом прекрасно знает. Позвольте. А вы артистки тоже, да? Выступаете в больших и малых академических? Очень смешно. Нет, мы соседки. Мы живем в Дождеве, рядом с Лидией Ивановной Решетниковой. С бабушкой что-то не так? Она умерла в понедельник утром. Что это значит? Вы в порядке? Вы искали Фабиана? К счастью, это имя существует только в воспаленном мозгу моей матери. Она меня хотела так назвать. Бабушка Лида не дала. Взяла мои метрики и сама съездила в ЗАГС. Как же вас зовут на самом деле? Федор. Федор Петрович Батюшков. Я Антонина Герман. А это Саша Шумакова. Мы искали родственников Лидии Ивановны и вот нашли вас. Я с ней так и не встретился. Я вчера только вернулся из экспедиции, собирался ее навестить. Я, наверное, должен вас поблагодарить. О, нет. Вы, наверное, должны поехать в Дождев проводить бабушку. Да, да, конечно, да. Дайте мне, пожалуйста, 2 минуты, да. Я соберусь. Никакой он не сторож.
А вы как, в форточку полезете, что ли? Почему же в форточку? Дом-то заперт. Ну, у меня свой ключ есть. Спасибо. Осторожно. Ой. Ну, мы вас оставим, наверное. Да, спасибо. А вы завтра, если хотите, заходите на чай. Я вот там рядом живу, Шура тоже. Угу. Спокойной ночи. Угу. Пробки, что ли, выбила? Нету пробок. Интересно. Тоня, зачем мы идем обратно? Я сначала не заметила. Дверь открыта. Что открыто? Шура. Дверь. Что дверь? Открыта. А была закрыта, Мурзин ее при мне закрывал. Господи. Что здесь произошло? Что произошло? В дом, похоже, вломились. Там замок вон. С мясом вырван. Ничего себе. Грабители? Понятия не имею. Федор Петрович, а что здесь могли искать? У Лидии Ивановны разве были какие-то ценности? Ну, смотря что считать ценным. Надо полицию вызывать. Полицию? Думаете, она будет кого-нибудь искать в 2 часа ночи? Лягу спать, а завтра разберемся. Нет, ну а как вы тут спать-то будете? Темно, холодно. Еще, не дай бог, следы грабителей затопчете. Да, переночуйте у нас. У меня есть свободная комната. Я не знаю. Наверное, это как-то неудобно. Китайские церемонии разводить желаете во 2 часу ночи? У меня нет сил, честное слово. Открывай, хозяйка! Что, спишь, что ли, средь бела дня? Здорово, мать! Ага, господи. Открывай! На замки позапирались. Вот москвичи, вот затейники. Здрасте. Здрасте. Что надо? Мне как раз ничего не надо. Это у вас все больше происшествия. Ну, излагай, что случилось. В смысле? В коромысле. Ленька по смене передал, что с утра звонили, требовали сотрудника. Это Саша, наверное, звонила. Я спала. А чё ж вам, москвичам, не спать до обеда? Делов-то все равно никаких нет. Я из Питера. А, ну, тем более. Ой, Тоня, здрасте, как вам спалось? Здрасте, Федор Петрович, не узнала вас. Богатым буду. Там майор Мурзин пришел, участковый наш. Видимо, Шура ему звонила. Да-да, по моей просьбе. Да, я просто местных-то не знаю, властей. Ага, ну он сейчас там дом вашей бабушки осматривает. Ага, спасибо. Шур, это что там, наш вчерашний Фабиан? Угу. А что с ним? Да ничего особенного, просто помылся и переоделся. Ну нет, он вчера был какой-то другой. Ты знаешь, я сама очень удивилась, когда увидела его сегодня утром на собственной кухне. Он варил какао.
Что, прости, он варил? Какао. Мне. Сказал, что мне следует выпить какао, потому что я легла поздно, а встала рано, и мне нужна энергия на весь день. А потом взял в руки молоток и пошел ставить стекло, которое я давеча разбила, потому что я могу замерзнуть и простудиться. Ого. А вы, значит, ее внучатый племянник. Внук, попросту говоря. Попросту говоря, внук. Ну что, внук, заявление, положим, приму. Не имею права не принять. Но сразу говорю, толку не будет. Товарищ майор, Мурзин, Иван Сергеевич, хулиганов надо обязательно найти. Да. Принесла нелегкая. И задержать. Они тут вон все попортили. Слава богу, еще дом не подожгли. Так сказано же, заявление я приму. А толку все равно не будет. Это не наше. Местные таким макаром сроду не хулиганили. Местные, не местные, а найти-то надо? Да где ж я их тебе найду-то? Ну, я не знаю. Вот, то-то и оно. Расписаться забыли. Ага. Я тебе, внук, один совет дам. Вот это ключи от дома. Это паспорт. Не слушай ты никакого бабья, а сходи к отцу Илариону, ну, чтоб бабульку по-людски проводить. Схорони ее и в наследство вступай. Ну, если оно тебе надо. А если нет, так... А ты дотошная. Я думал, сроду никаких родственников не найдешь, а ты вон нашла. Вы мне расскажите, пожалуйста, как это с бабушкой все случилось? Подозревает бог весть что. Но она у нас знаменитая сценаристка. Пишет крутые детективы, интригу закручивает. Так что подозревать это у нее профессиональное. А что вы подозреваете? Камея. Графиня, то есть Лидия Ивановна, никогда ее не снимала, как я поняла. А тут она пропала. Ну и шторы. Они были задернуты, а насколько я успела заметить, Лидия Ивановна никогда не задергивала шторы. Верно, но это нормально, потому что бабушка Лида много лет прожила в Голландии, а там шторы часто не закрывают. Закрытые окна вызывают подозрения. Священник, идущий по улице, должен видеть, что делает его паства. Если шторы закрыты, это как-то странно. Или бездельничает, или непонятно, чем занимается. А что, простите, Лидия Ивановна делала в Голландии? Она там работала в совпредстве. Собственно, я и вырос у нее в доме. В Голландии? Да, в Голландии. Федор Петрович, а вы не расскажете нам поподробнее? Ну, все-таки мы вас нашли, может быть, имеем право знать. Например, камея. То, что касается камеи, эту камею бабушке подарил папа римский. Пойдемте завтракать. Простите, у меня совсем нет аппетита. Вы идите, можно я побуду здесь? Ты знаешь, а он мне было понравился. Мне редко кто нравится. Я требовательная. Ну ладно, подожди. Не все так плохо. А папа римский? Ну, папа римский, пожалуй, перебор. Представляешь, он утром после какао дрова рубил. А я смотрела на него и думала, ничего себе, был один человек, а стал другой, какие перемены. Симпатичный. Вдруг такое бывает, чтобы и дрова рубил, и поговорить можно. А тут
папа римский. Шур, ну правда, подожди. Он, конечно, странный. Но все-таки на сумасшедшего не похож. А ты что, в них разбираешься? Сумасшедших? Да. Ладно, Тонь, я пойду работать, а то в последнее время совсем расслабилась. А все должно идти по плану. Ты уверена? Абсолютно. Я теперь здесь, в Милане. А это место, где я делаю картины. Твоя мастерская. Си, мастерская. Модель гораздо белиссимо, красивая. Что это? Декорация. Камео. Камео? Си. О! Она находится на хранении в музее Пио Кристиано. Очень старая. Считается, что это папесса Иоанна, единственная женщина, которая была на папском престоле. Очень умная, сильная женщина. Как ты. Лида, я больше не работаю в церкви. Когда я получил сан, я дал обет безбрачия на всю жизнь, потому что я знал, что никогда тебя не увижу. Но я увидел тебя. Это же бабушкина книга. Где вы ее нашли? На полу возле дивана. Мы с Шурой были здесь немного незаконно в тот день, когда ваша бабушка умерла. Ну, потому что полиция отказалась искать родственников, а мы надеялись, что найдем в доме какую-нибудь зацепку. Бабушка обычно хранила ее вот здесь, в картине. Да-да. Есть тайник? Ну, ничего себе. Вот он. Здесь бабушка прятала эту книгу. Вот это да. А откуда вообще у вашей бабушки такое старинное издание «Хождение за три моря»? Ей же, наверное, лет 300. Это рукописная книга 15 века. Бабушке передал ее прежний настоятель храма в Дождеве на сохранение. Боялся, что из храма украдут. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Ну, ладно, я, с вашего позволения, пойду. Простите, Антонина, могу я вас попросить?
Пусть эта рукопись какое-то время побудет у вас. Здесь небезопасно, сами понимаете, и мою хибару вы тоже видели. Да, конечно, конечно. Спасибо. Хорошо. Да, и еще, вы не знаете, нет ли здесь поблизости мастерской по ремонту мебели? В Ватикане состоялась встреча Михаила Сергеевича Горбачева с главой Римско-католической церкви Иоанном Павлом II. Это событие стало переломным моментом в дипломатических контактах между нашей страной и Ватиканом. В ходе беседы были затронуты вопросы гуманизации человеческого общества. Иоанн Павел II высоко оценил перемены, происходящие в нас. Здрасте, дядя Арсен. Добрый день. Вайбе, дочка, ботинка порвался. Дядя Арсен, чинить несешь. Ходить не в чем. Да нет, есть пока в чем ходить, слава богу. Познакомьтесь, пожалуйста, это Федор Петрович, внук Лидии Ивановны, вчера вот только приехал. Здравствуйте. А это дядя Арсен. Ваша бабушка у него туфли чинила. Хороший был человек ваш бабушка. Кофе меня угощал. Такой человек больше нету. Дядя Арсен, Федору Петровичу нужно диван починить. Да. В дом Лидии Ивановны, представляете, какие-то хулиганы забрались и все там разгромили. Айме, какой ужас. Да, ну вот сможете вы диван зашить? Сначала смотреть надо, потом чинить. Конечно. Люди, люди, что с вами стало? Женщина умер. Ну, как можно в ее дом залезть? А бабушка вас не знакомила с дядей Арсеном, когда вы приезжали, да? Да нет, ну я же здесь редко бывал. Шайтаны! Что такое, дядя Арсен? Инструмент пропал. Чемодан был, теперь нету. Волонтер украл. Какой волонтер? Приходил прививка делать, говорит, грипп. Как он выглядел, этот волонтер? Не знаю. В маске был оба. Подождите, их двое было? Два. Кровь у меня брали. А после этого что случилось? Вот когда они у вас кровь взяли, они сразу ушли? Не помню. Дядя Арсен спать пошел. Ну, совсем сил не был на ногах ходить. А кроме ящика с инструментами у вас ничего не пропало? Нет. Кольцо. Обручальный нету. Мой кольцо. Коробка был. Жену Марине мы с кольцом хоронили. Снять нельзя было. Ее раздавило, когда этот землетрясение пришел. То есть кольцо у вас пропало после того, как ушли два волонтера? Я правильно понимаю? Не знаю. Потом смотрел. Нет. У Лидии Ивановны на столе блюдце стояло. Так часто делают, когда скорая приезжает. Ставят блюдце. Для ампул. Вы что хотите сказать, что двое бандитов в масках ходят по людям, представляются волонтерами и делают укол снотворного? Да. И спокойно ищут ценности. Но представьте, они в масках, в перчатках, получается, лиц не видно, отпечатков пальцев никаких. Идеальное преступление. Да уж. Дядя Арсену вот повезло, слава богу, он жив остался. Вашей бабушки нет. Отец Иларион, вы здесь? Отец Иларион! Да чего вы кричите? Здесь никого нет, похоже. Да как это нет никого? Отец Иларион! Батюшка! Храм закрыт, почтеннейший. Приходите, когда откроется. Ой, Антонина,
Вы ли? Слава Богу, вы в порядке. Вашими молитвами. Батюшка, мы вот с Александрой нашли внука Лидии Ивановны. Познакомьтесь, пожалуйста, Федор Петрович Батюшков. Соболезную вашей потере и скорблю вместе с вами. Вы о погребении поговорить пришли? Да. Это правильно. Тело пора земле предавать, а душу в руки Господу. Антонина, а пропажа-то у нас тот день все-таки приключилась. А что пропало, батюшка? Так ковчежец. Он у меня припрятан был от досужих глаз. Я в тот день по верхам посмотрел, ну, вроде бы все на месте. Но подумал, уберег Господь. А ночью меня тревога взяла. Я в храм прибежал, тайничок в полу открыла, его там нету. Варан-то он зачем? Он что у вас, золотой? Да нет, он деревянный. Ну, серебром отделан, конечно. Он царю Алексею Михайловичу Тишайшему принадлежал. А был подарен Милославскими, когда супруга его, первенца родила Дмитрия, в 1648 году. У вас-то он откуда? При советской власти храм, как водится, в запустении был. Ну, а потом, в 90-е, его епархии вернули. Вот в ту пору у нас как раз щедрый жертвователь-то и объявился. Батюшка, вы так говорите, как будто бы это плохо. Да, ну, может, конечно, и неплохо. Но хорошего тоже мало. Вы про Диму бензовоза не слыхали? Mm-mm. Да был у нас тут в 90-е такой авторитет из местных, из дождевских. Дима бензовоз. Бензин тоннами воровал. Вот он и начал тогда храму нашему жертвовать. Ой. Иконы афонские в золотых окладах. Паникадила из чистого серебра. Лампады золотые. Крест. Да много всего. Ну вот и ковчежец. Царь в него волосики с теменем младенца, будущего наследника престола, прятал. Так полагалось от сглаза. Ну, ничего себе. В конце 90-х в храм несколько раз воры забирались. Милиция никого не поймала, а в итоге предшественника моего отца Серафима из-за этого богатства топором зарубили. А что же этот Дима-то не вступился? Ой, его ж тогда и в живых-то не было. Сколько их в те поры переубивали? Не сосчитать. Вообще, у такой реликвии должна быть атрибуция и сопровождающие документы. Атрибуция есть. И документы тоже есть. От прежнего настоятеля остались. А, вот. После тех событий храм пустовал. Никто из отцов служить здесь особым желанием не горел. А потом меня назначили. Я заботой о сохранении церковного имущества и принял. Аукционный дом Филлипс? Лондон. Ничего себе. А теперь ковчежец утащили. Такая вот история пакостная, надо сказать. Теперь понятно, почему Афанасий Никитин возле дивана оказался. Даже не знаю, как в епархии докладывать. Батюшка, а вот вы сказали, что Дима, бензовоз, был из местных. Может быть, здесь в Дождеве у него какие-то родственники остались? Ой, нет, не знаю. Столько лет прошло. Да и сам тут недавно. Ваша Александра сказала, что вы сценарий пишете. Я надеюсь, хороший. Только вот это вот все, это не игра, это не кино. За реликвию такого рода могут легко убить. Хотите сказать, что я лезу не в свое дело, и меня это не касается, да? Да. А смерть вашей бабушки тоже нас не касается? Ой, что же это я? Нам же с вами погребение обсудить нужно. А я вас тут в свои заковыки путаю. Вы? Александра, здравствуйте. Мне кажется, или я вас чем-то огорчил? Да, я решила, что вы сумасшедший. Ну, там житие в Голландии, папа римский. А, в некотором роде вы правы, я действительно сумасшедший. А, не в этом смысле. А в каком? Если вы не испугаетесь, впустите меня в дом, я мог бы все объяснить. Я, кстати, могу сварить вкусный кофе. Бедуинский, настоящий. Я в пустыне научился. Все смешалось в доме графини. Хождение за три моря,
папская камея, царь Алексей Михайлович Тишайший и бандит Дима Бензовоз. И как во всем этом разобраться? Сашка! Ну, наконец-то. Сценарий пишешь не иначе. Сашка, ты даже не представляешь, как я тебе рада. Представляю. Час уже бибикаю. Ой, ну не ври, пожалуйста, а. Ой, это мне, да? Да вот уже не уверен. Ну, куда я сюда? Саш, отдай. А я там, между прочим, думаю. Надеюсь, обо мне и нашей встрече? Ну, почти, да. Вот скажи мне, если мне нужно продать украденную вещь, 16 века, да еще не простую, а церковную, да еще и с легендой, это мне куда лучше обратиться? Ты что, церковь ограбила, сирота? Да не я. Там просто… Подожди, подожди, подожди. Подожди. Я же тебя просил ни во что не ввязываться. Стонь. Бедуины варят удивительный кофе. А почему вы учились варить кофе в пустыне? Разве вы не полярник? А кто вам сказал, что я полярник? Вы сказали, что ездите в экспедиции. Ну, разве в экспедиции ездят только на Северный полюс? Будьте добры, там в шкафу, кажется, была кофемолка. Да. На Северном полюсе мне пока, к сожалению или к счастью, бывать не приходилось. Благодарю. Угу. Я антрополог. Профессор антропологии. Прям-таки профессор. Да. Причем в моем случае профессор – это не кличка, это ученое звание. Чаще всего в экспедициях я бываю именно в пустыне, поэтому я немножко чокнутый профессор. А антрополог – это человек, который разбирается в черепах. Точно. Человек с черепом – это либо Гамлет, либо антрополог. Будьте добры, турку. А, и вам это правда интересно? Да, очень. Вы даже не представляете, до какой степени это может быть увлекательно. В итоге они получают царский ковчежец, старинную камею, да еще и обручальное кольцо сапожника. Улов не просто богатый, роскошный. А вот это вот я нашла под столом в доме графини. Бабушка Лида много лет прожила в Голландии, а там шторы часто не закрывают. Закрытые окна вызывают подозрения. А, простите, а что Лидия Ивановна делала в Голландии? Ну, ампула. Угу. Осколок ампулы. Хорошо бы, конечно, сделать экспертизу ее содержимого. Но для этого нам нужен свой человек в полиции. А местным я не доверяю. Ну, положим, одного такого человека ты точно знаешь. Что наша жизнь? Игра? Мишаков! Сергей Петрович. Точно. Слушай, как я о нем забыла-то, а? Вот кто нам поможет в этом деле? Дельце. По правилам игры в сыщиков и воров нужно говорить дельце. Саш, не смешно. Я вот знаю, что не могу понять, зачем они полезли в дом во второй раз? Но после смерти графини это же совершенно глупо. А что, еще второй раз был? Ты сама-то двери на ночь запираешь, сирота? Да запираю, запираю. И почему они не взяли книгу? Ну, не нашли. Ты же говорила, она за диван завалилась. Ну, да. А мы с Тони сначала подумали, что вы сторож. Почему сторож? Живете в сторожке, караулите бухту какого-то миллионера. А я просто очень люблю здесь бывать, правда. Подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты. Один мой друг, он уехал в Америку. Ну, как уехал? Убежал. Вот. Ну, участок это же долго продавать. Юристам тоже не стал доверяться. В общем, переписал участок на меня. Александра, давайте мы с вами перейдем на «ты». А то вы, ты, я как-то немножко путаюсь. Ты
Вы согласны? А вы? Я? Да. Я вообще как-то настроен сегодня фамильярничать. Я тоже. Спасибо тебе, что впустила, и за кофе спасибо. Спасибо тебе. Бедуинский кофе великолепен. А вообще-то я сегодня собираюсь ночевать в бабушкином доме. Ты меня смущаешь. Ты меня тоже. Что делать, идти к бабушке ночевать? Не знаю и не собираюсь тебе помогать. Решай сам. Кофе кончился, но у меня есть лед и первоклассное вино из мужниных запасов. Хочешь? А есть муж? Бывший. Погреб достался мне от него. Очень хочется вина из запасов бывшего мужа. Друзья мои, сегодня мы прощаемся с Лидией Ивановной. Подобает каждому человеку один раз умереть. Так сказано в Священном Писании. Но скорбящее сердце, глядя на усопшего, противится и никак не хочет мириться с этим. И если бы скорбь эта не растворялась в покорности воли Божией, было бы бесконечно трудно пережить такую потерю. Беда. Поверить не могу, это просто нелепица какая-то. Спасибо. Антонина, вы меня про родственников Димы Бензовоза спрашивали. А, да-да, батюшка, познакомьтесь, это мой муж Александр Герман. Приятно, батюшка. Да, мне тоже. Пойдемте. Тонечка мне уже рассказывала про ваши приключения. Mm-hmm. И про ковчежец тоже. Да уж, на полжизни хватит. Так вот, есть у меня прихожанка одна, в ЗАГСе служит. Пометуя ваш вопрос, пришел я к ней вчера. Попросил архивы поднять. Так вот, у Димы Бензовоза, точнее, у Дмитрия Бурова, была супруга из местных, дождевских. А сейчас она где? Здесь или уехала? Или умерла? Ой, да что вы, Господь с вами, живо-здорово. Это Валентина с почты. Валентина Сергеевна Мурзина. Да вы что, батюшка? Валюша? Жена бандитского авторитета? Так он, когда женился, молодой совсем был. Никаким авторитетом не был. Подождите, подождите. Это что получается? Иван Сергеевич Мурзин? Местный шериф ее брат, что ли? Совершенно верно. Родной брат. Подожди, я сейчас, секунду. Угу. Ну, здравствуй, сын. Ты что здесь делаешь? Странный вопрос. Боже, как она прекрасна. Я опоздал на погребение тети, потому что меня, разумеется, никто не известил. Угу. Впрочем, я не удивлена. Тебе никогда не было до меня дела. Почему вы не пришли мне на спектакль? Мне нужно с тобой многом поговорить. Я так расстроился, что играл лучше прежнего. Манерами ты никогда не. Я играл тоску по вам. Наташенька, успокойтесь, вам вредно. Борис, не мешайте. Ты даже не удосужился мне позвонить. Да, ты тоже. Хотя ты прекрасно знал, что бабушка умерла. Ты упрекаешь меня? В чем? В том, что я, слабая женщина, не смогла справиться с силой своей скорби? Бог мой, как ты заблуждаешься насчет меня? Да я сразу же слегла, как только узнала от этих посторонних девиц, что она умерла. Мне даже пришлось отменить спектакль. Насколько нам известно, спектакль состоялся. Кто вам сказал? Ярослав играл лучше обычного. Ерунда. Он играл, как всегда, в меру своих способностей. О, Мадонна. Нам нужно все расставить по своим местам.
В конце концов, я тоже имею право. И хочу знать, что из теткиного наследства принадлежит мне. Я понятия не имею. А что написано в завещании? Не знаю. Мы с бабушкой не обсуждали этот вопрос. Вранье? Ты знаешь. Ты все знаешь. Распримчался сюда по первому же зову. Натали, успокойтесь. Вы нам нужны. Оставьте. Я говорю со своим единственным сыном. С единственным сыном, о котором ты ничего не знаешь. Ты же фактически вышвырнул меня из дома. Поселила меня в интернат. Меня нашла и воспитала бабушка. А ты носилась со своей непризнанной гениальностью. Завидовала всем. Друзьям, недругам, коллегам, бабушке. Она, между прочим, жалела тебя. Деньги тебе высылала. Жалко, только я об этом не знал. Конечно бы, запретил ей. Ты что сюда приехала? Зачем притащила этих уродов? Ну-ну-ну-ну-ну, позвольте. Это уже слишком. Да уйди ты! Слава! Слава, идемте в машину! Ты понимаешь, что своим присутствием ты оскверняешь память о ней? Тихо. Да. Ты же испоганила мою жизнь. Знаешь, почему у меня нет жены, нет детей? Потому что я боялся, что в один прекрасный день я превращусь в тебя. И мне ничего не будет нужно, и мне ни до кого не будет дела, кроме своих закидонов. Нет. Это ты во всем виноват. Из-за тебя я не сделала карьеру. Ушла в декрет и отказалась от роли в кино, от прекрасной роли, которая могла бы изменить всю мою жизнь. Я вынуждена была просить тетку, чтобы она сидела с тобой. И она воспользовалась этим. Переманила тебя на свою сторону. Ты ее обожал, обожал, а меня ненавидел. Ты жил с ней за границей, а я тянула лямку в провинциальном театре совершенно одна. Да это вы погубили мою жизнь. Ты — это старая карга! Еще одно слово, тише, я тебя убью! Федор, не стоит. Поверь. Спасибо. Подонок. Если ты вздумала охмурить моего сына, этого не выйдет. Шура. Натали, поедемте. Я тебя сосвету сживу. Так и знай. Наследство мое. Едем. Мурзин? Да, Саша, да. А я-то все не могла никак понять, откуда грабители знали про тайник в алтаре. Батюшка же при посторонних его не открывал и никому о нем не рассказывал. Получается, от жены Димы бензовоза Валюши. Дима-то наверняка от прежнего настоятеля знал, где прячется ковчежец. И то, что книга хранится у Лидии Ивановны, он тоже мог знать. Рассказал жене, жена рассказала брату, и он все организовал. Понимаешь? Он поэтому и хулиганов-то не хотел искать, которые забрались в дом графини. А Камея? Что Камея? Про Камею все знали, и Лидия Ивановна ее никогда не снимала. Тонь, вот все догадки твои. Понимаешь, с этим в полицию не пойдешь. И потом, кто второй? Ты говорила, что в церкви двое было. Да. Этого дядю Арсена два волонтера травили? Да. Два. Да и Федор этот ваш мутный. Про книгу знал? Знал. Забрал Камею, траванул бабулю, все. Саша. Че? Этого не может быть. Он бабушку обожал, у него это на лбу написано. Надо что-то делать, Саш. Они же человека убили. О, Господи. Шура! Шура! Тоня, там застряла, не могу вытащить. Помоги. Что здесь происходит вообще? Давай. Господи, я убираю свой дом. Фу. А зачем вещи-то в окно выбрасываешь? Затем, что они мне не нужны. Стой. У меня нет температуры. Нет. Я собираюсь вернуться в Москву. А, ну ясно. Ты приняла самое идиотское решение в жизни. Я тебя поздравляю. Это надо отметить. О, пошли. Тоня,
Ты ничего обо мне не знаешь. Ну почему же? Кое-что знаю. Я же наблюдаю и делаю выводы. И ты уверена, что они правильные? А вот ты мне сейчас расскажешь, правильные они или нет. Скажу честно. Сначала я подумала, что это ты взяла камею. Просто это казалось очевидным. Потом я решила, что ты врешь, когда говоришь, что была в Дождеве только один раз. А потом... Потом я нашла у тебя на участке этот предмет. И подумала, что такая вещь не в твоем стиле. Она же не твоя, да? А сегодня ты выбрасываешь вещи из окна и говоришь, что собираешься уезжать. Ну, все понятно. И что же тебе понятно? Ты действительно никогда не жила в этом доме. Глядя на твою машину, невозможно поверить, что тебя бы устроил такой дом. Я думаю, ты бы выбрала что-нибудь посовременнее. Этот участок продавали вместе с домом. Я собиралась строить новый. Но работа засосала, и стало как-то не до этого, правильно? А твой муж, наверное, воспользовался этим и стал возить сюда даму сердца. Ну и эта женщина волей-неволей начала обустраивать дом, в котором она живет. Поэтому здесь действительно нет ничего твоего. Есть. Я привезла коврик, ноутбук и постельное белье. Вот-вот. Мужа ты выгнала, сама сказала. И вы договорились, что ты поживешь в Дождеве, пока он подыщет жилье себе и тете, так? А почему ты сама не осталась в Москве? Тошно. Когда ты узнала? 2 недели назад. Был дурацкий разговор, что он меня не любит и что мы разные люди. И ты сбежала. Тонь, мне нужно работать. Кто меня будет содержать? Конечно, сначала пострадала, а потом... Шура, тебе надо отдохнуть. Я не устала. Перевести дух. Ну ты что, все еще его любишь? Нет. Сейчас уже нет. Значит, полюби другого. Здрасте. Здрасте. Ты как доберешься, позвони обязательно. Да, ага. Хорошо. О, тетя Тонь! Привет. Ой, здравствуй, Коль. В Тверь собрались. И без меня? Нет, Шура в Москву уезжает. Насовсем. Ладно, мне пора уже. Давай. Угу. Все. Угу. Аккуратно там смотри. Не гони скользко, Шура. Пока. Угу. А я тоже уезжаю. Меня муж заберет сегодня. Надолго? Да не знаю, на месяц, может, больше. Ну, звоните, если что. У вас за дом до весны уплочено. Да, хорошо. Ну что, надоела наша жизнь провинциальная, да? Здравия желаю, товарищ майор. И вам не хворать. Я по делу. Что? Убийцу нашла? Я по другому делу. Ага. Я хотела сказать, что Федор Батюшков, ну, внук Лидии Ивановны, куда-то запропал. И что дальше? Я же ему не нянька. Ну, наверное, он в Москву умотал. Я понятия не имею, куда он умотал, но суть в том, что дверь-то в дом Лидии Ивановны открыта и замок сорван. Так это не моя забота, это вам хозтовары? Товарищ майор, у Лидии Ивановны в доме много ценных вещей. Старинные картины, книги, украшения, привезенные за границы. Что-то я никаких старинных книг и
украшений там не видел? Потому что они в подполе за банками. А ты откуда знаешь? Она сыну моему рассказывала, когда он ее рисовал. Ну, а я здесь при чем? Так вот, вы бы задуманно-то как-то приглядели, пока хозяин не объявится, а то пропадут старушкины ценности. Ну что, клюнул? Не знаю. Кто же его разберет-то, если клюнул, виду не подал? Значится так. Никаких творческих идей и внезапных озарений. Угу. Вы с Александрой выполняете только свою часть задания и ждете моего звонка. Угу. Тонечка, никуда не лезете. И никого ни во что не посвящаете. Сашенька. Что? Я тебя люблю. Может быть, все-таки надо было Федора Петровича в помощники взять? Нет. Он сказал, что если найдет преступника, убьет его. Нам велели сидеть и ждать. Да не могу я ждать. Я волнуюсь. Стой! Пошли. Сказала, не в Москву уехал. Виктор? Кто? Где этот подпол хренов? Раньше-то подлетели. С вами кто здесь? Ты зачем в чужой дом забрался? Дядя Арсен пришел диван чинить. Вид-то тут! Зачем? Куда? Я его держу! 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 Как вы? Ушел шайтан. Саша! Не понял. Все живы. Тоня, откуда? Я сказал сидеть дома и ждать звонка. Ну не могла я ждать. Я тебя убью когда-нибудь. Зачем так говоришь? Нельзя жене так говорить. Добрый день, я надеюсь. И погодка улетная. Сергей Петрович, здрасте. Очень рада вас видеть. Я смотрю, Антонина Федоровна, все вам не имется. Все, самодеятельностью занимаетесь. Шерлок Холмс и Анискин в одном лице. Так уж получилось. Один ушел. Ничего, никуда не уйдет стервец. Я его достану. Мурзин? Тонечка, не волнуйся, все в порядке. Майор с нами. Кабы знал, что ты меня в душегубцы запишешь, я бы с тобой поаккуратнее был. Серега, вот смотри, у него в машине изъяли. Каме? Я надеюсь, изъяли по форме? Знаете, товарищ подполковник, как положено, с понятыми. Скотина. Коля, с которым мы ездили в Тверь, сын Валентина и Димы бензовоза. И племянник Вани Мурзина. Мы его однокашника по академии.
Я как от Александра Наумовича узнал, что вы его в бандиты записали. Думаю, ну все, надо самому ехать разбираться. Так-то ведь он честнейший человек. Но тип он все равно неприятный. Но все есть, то есть. Однако слово свое держит. Сказал, что достанет злодея. И достал. Ку-ку. Дядь Ваня. Что? Привет. Допустим. Здорово, племянничек. Как дела? Нормально, вот на работу собираюсь. Ничего не потерял? Нет. Вот сучёныш. Зажигание барахлит. Не бей, дяденька, не бей! Что ж ты мне говорил? Витька все придумал! Это Витька придумал, не я! Получается, твой бывший муж Виктор каким-то образом познакомился здесь с Колей и от него узнал про ковчежец и про книгу. Получается так. Так, друзья мои, у нас все сходится. Валюша наверняка рассказывала сыну об отце. Ну, о его молодецкой удали. А может, и наоборот говорила, какой он был свинья. Облагодетельствовал храм, а их оставил без копейки. Коля поделился кое-какой информацией с Виктором. И Виктор организовал все это мероприятие, чтобы заполучить сокровище. А, ну тут, конечно, очень кстати пришлось, что Коля работает шофером на скорой. Держи. Снотворное достал? Достал. Решетникова, кстати, раннему визиту волонтеров не удивилась. Потому что накануне ей был звонок из поликлиники. От Коли. Да. Мы пробили по базе. Это он ей звонил. Вот еще что. Вот. Заключение экспертизы по вашей ампуле. О. Там сильно действующее снотворное. И для пожилого человека или сердечника его использование могло легко обернуться летальным исходом. Саш, ну я же тебе говорила. Вот тебе, пожалуйста, улика. Да никакая это не улика. Потому что она была изъята произвольным образом и без соответствующей процедуры. А почему они не обыскали дом в первый раз? Потому что им помешали. Сама же Решетникова. Чё ты копаешься? Давай быстрее. Телефон возьми, там наверняка твой номер остался. И книгу найди. А где книгу искать-то? Да где хочешь ищи. Зачем они опять полезли в дом? А затем, что мы с тобой сами невольно намекнули Коле, где искать книгу. Только он нас неправильно понял. Книга-то была у меня дома. Ты представляешь, сколько она может стоить? Думаю, немало. И сей раритетный фолиант валяется у графини под диваном. И ваш провокационный разговор с Мурзиным он тоже подслушал. Старинные книги, картины, украшения, привезенные за границы. А что-то я ни старинных книг, ни украшений там не видел. Потому что они в подполе за банками. Вот так рисунок нашего Родиона потянул за ниточку, и весь клубочек размотался. А что, камею графини действительно подарил Папа Римский? Возможно, да. А может быть и нет. Mi scusi, Lida? Sì. Io mi chiamo Giovanni, era Pietro che mi ha chiesto di venire. Una volta, se ben ricordo, avevate tentato una truffa al Vaticano. Lei sa tutto. Si accomodi, prego. Grazie, molto gentile. Allora, questo pensiero lo manda Pietro.
Камею Анна. Spero che. No, non è stata rubata. È una copia fatta da Pietro. Come mai lui non è venuto? Non ha potuto. Perché? Quando è successo? Un mese fa, nell'ospedale di San Raffaele. Era troppo tardi per un intervento. Уезжаешь? А я могу тебя подвезти. Сам доберешься. Хорошо, я поеду тогда, а то скоро стемнеет. Ну, вообще-то мы с тобой из параллельных миров. Да, мы та еще парочка. Остаемся? Угу.